Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Ареал произрастания ромарии жестко обширен, этот вид распространен на территории Северной Америки и Евразии. Ромария жесткая развивается в смешанных и хвойных лесах, где преобладают ели и сосны. Гриб хорошо растет на гнилой древесине, но иногда его можно встретить и на земле, в окружении лесных кустарников. Ромария жесткая имеет плодовое тело с большим количеством разветвлений, его окрас варьируется от светло-желтого до коричневого или буроватого. На месте повреждения или вдавливания мякоти цвет становится бордово-красным. Разветвления плодового тела преимущественно одинаковые по высоте, располагаются практически параллельно друг другу. Диаметр ножки у жестких ромарий не превышает 1 см, а ее высота 2 см. Ромария жесткая относится к категории несъедобных грибов, мякоть гриба, горькая на вкус, острая, имеет приятный аромат.